В Улан-Удэ по улице Независимой в качестве пилотного проекта по федеральной программе «Чистый воздух» перевели на электроотопление частный жилой дом. 1 марта здесь установили 7 кварцевых обогревателей местного производства «Светлов плюс». Удобно, во-первых, никаких, нам, в общем, тяжело дрова заготавливать, затаскивать. А здесь удобно, включил, как бы и забыл. Ну, и так, если по марту посчитать, я посчитала, ну, немножко как бы экономии на этих, на конвекторах. Угу. Ну, примерно, вот в рублях сколько экономии? Ну, если, например, грузовичок стоит 18 тысяч, мы где-то по-любому половина, может, чуть меньше, мы бы стопили. А здесь мы заплатили чисто вот за эти 4400 у нас вышло. В год, чтобы отопить этот дом, дровами уходит 72 тысячи рублей. При этом государство возмещает 42 из них. Для сравнения, если обогревать этот дом в течение года электроотоплением, за свет придется отдать примерно 55 тысяч, что на 17 тысяч ниже, чем затраты на дрова. А при сохранении размера субсидии, по факту отопление будет стоить 13 тысяч за 12 месяцев. Исходя из того, что куб у нас стоит 4,5 тысячи, да, за эти же два месяца, значит, удешевление по электроэнергии дешевле на 35%, либо на 3600 рублей. То есть, если бы вот они топились эти же два месяца, это из практики, из того, что сами жители говорят, соответственно, ну, видимо, 35% дешевле. Ну, если бы у нас дрова оставались в ценовой категории 2-2,5 тысячи, естественно, это было бы дешевле, чем электроэнергия. После депутаты Народного Хурала и энергетики отправились на подстанцию «Бурводстрой». Подстанция «Бурводстрой» начала свою работу в конце 70-х годов прошлого столетия. Сейчас она обеспечивает электроснабжением более 20 тысяч жителей Левобережья. А перегруз ее работы за прошлый и текущий год составил 133%. Основными причинами перегрузки оборудования подстанции называют увеличение нагрузки на электрические сети, в том числе из-за самостоятельного перехода жителей на электроотопление. Видим, что с каждым годом идет рост энергопотребления. Вот. Ну, как я уже говорил, происходит в данный момент уже к этому концу этого года, вернее, уже завершается проектирование по этому участку. И будет уже подсчитана мощность, на которую необходимо модернизировать данную подстанцию. После выезда в здание Народного Хурала прошло совещание. На нем обсудили износ оборудования, который достиг 80%, что в свою очередь может привести к скачку аварийных отключений. Решить проблему можно. Для этого необходима федеральная программа обновления инфраструктуры. По предварительным оценкам, чтобы нормализовать ситуацию и обновить электросетевой комплекс Бурятии, требуется почти 23 миллиарда рублей. Андрей Слепнев, Бату Гармын. Новости дня.